Всем привет! С вами канал Еда на любой вкус. Отличный завтрак на все времена – это омлет. Сегодня пышный омлет, как в детском саду, и три секрета его приготовления. Получается воздушный, легкий и сочный. Перед приготовлением включаем духовку разогреваться на 190 градусов. В миску разбиваем яйца, по вкусу добавим соль и вливаем молоко. Лучше комнатной температуры, но если из холодильника, то тоже не страшно. Первый секрет – это соотношение яиц и молока. Оно должно быть почти 1 к 1. То есть на одно яйцо берем 50-55 мл молока. Теперь перемешиваем венчиком. Второй секрет – это используем не миксер, а обычный венчик. Нужно просто хорошо взболтать. Огнеупорную форму смазываем обильно сливочным маслом. Третий секрет – это форма. Она должна быть высокой, и содержимое в ней должно быть никак не меньше 2/3. Тогда омлет получится высоким. Выливаем яйца с молоком и отправляем в уже разогретую горячую духовку. Теперь придется подождать минут 30-40 и готово. После духовки омлет слегка сядет. Это обычная практика. Режется он очень хорошо и хорошо отстает. Поливаем растопленным маслом и подаем горячим или теплым. Удачного приготовления! Буду благодарна вашим лайкам и комментариям. Не забывайте подписываться на канал и делиться рецептом с друзьями. До новых видео! Пока!